Двух подростков сбили перед виадуком на М7. По словам очевидцев, двое подростков, одному 15, другому 18 лет, направлялись на учебу в Работке. Переходя трассу М7 по пешеходному переходу, попали под колеса легковушки. Один подросток ранен, с переломами его отправили в Нижегородскую больницу. Второй от полученных травм скончался на месте. Предполагаемый виновник аварии заявляет, что пешеходов не видел, ослепило солнце. На месте ДТП работает следственная группа ГИБДД. 11 марта 2020 года около 7 часов 50 минут на 443 километре автодороги М7 Москва-Уфа Кстовского района водитель, мужчина 71 года рождения, управляя автомобилем Шкода Октавия, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 2001 года рождения получил смертельное ранение, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а также несовершеннолетний пешеход 2003 года рождения госпитализирован в областную больницу детскую в Нижний Новгород с тупой травмой живота и грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Евгений Кузьмин, Евгений Мельников, Связист ТВ, специально для Время новостей.